Тоже очень сложно добраться, крутые ступеньки. Хоть ход видишь, и как тепло у них. Сюда, да? Низкий потолок. Аккуратно нужно. Коляска, бомбоубежище, коляска. Так, это лучше, если здесь будет. Это ветерка, а как ветерок, тут труба. А у нас он в Дубае вообще кошмар. Идея-то мы можем что увидеть. Сайт горловка.today. Можете в поисковике набрать горловка сегодня. Нам телефон не надо. Надо или не надо? Надо? Вон, видишь, канализация. Он подремасал, подомотали, канализатор воняет. Это еще... Больше 30 человек в этом бомбоубежище. Посмотрите, в каких условиях. Говорят, что здесь раньше стояла еще детская кровать. А тут еще... Вот. Не осталось. А тут еще кизлара, как начнет бегать, тут пылюка стоит, что это самое. Я говорю... Ну, как шахтеры. Такие условия. А света нет, ну как свет вырубить? Свечи. Свечки вот с фонариком. Свечи, фонари, фонари. Вот у вас тут тесно. А сколько людей обычно сюда собирается, когда бомбежка сильная? Ну, 3-4 человека сюда уходили. 36 было. Ну, еще не все спускаются. У нас же есть такие, что он лежит, а бабушка, если начнет спускаться,